Следующая участница нашего концерта приехала из республики Адыгея, из города Майкоп. Верочини Ларго исполняет Вероника Смирнова, партия фортепиано Валерий Харламов. И Валерий Харламов. Ваши аплодисменты. И Вероника задержится на этой сцене. Валерик, может быть, вы тоже задержитесь, вы нам поможете, потому что у нас сегодня торжественный момент. Дело в том, что каждый год на фестивале Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова вручает юным музыкантам, участникам фестиваля, прекрасные музыкальные инструменты. И вот в рамках юбилейного фестиваля 5 талантливых детей получат музыкальные инструменты. И вот мы рады сегодня поприветствовать Веронику. И скрипка 4 четверти. Теперь
уходит во владение Вероники на всю ее творческую жизнь и карьеру. И прекрасный сертификат тоже уходит в Вероники. Валерий, помогите, пожалуйста, да? Мы сейчас сфотографируемся красиво. Вероника, иди сюда, вот к этому бану. Под аплодисменты зала. Сертификатом. Главное, чтобы скрипка не вывелась. Мы уверены, что новый инструмент поможет и Веронике, и твоему преподавателю, заслуженному работнику культуры Республики Адыгея Лидии Кузовенковой в освоении новых музыкальных парнасов. Скажи, ты довольна? Ты рада? Как что ты чувствуешь? Я чувствую радость, что у меня теперь новый инструмент есть. Мы тебя ждем с новыми программами на новом музыкальном инструменте. Ваши аплодисменты!